Здорово, народ, с вами Варчик. Когда уже будут какие-то позитивные видосики с позитивными новостями про картошку? Да я тоже жду такого момента, когда все начнется, но что-то не начинается. Вот хотел поделать по каждому танку, легкому британскому, отдельный видосик. Про 7-й уровень, про 8-й уровень, 9-й, 10-й. Кромвель, конечно, тоже надо было бы, но... Кромвель морально уже устарел, такое дряхлое говно, что просто жесть. Играть на нем просто никакого желания нету, тем более с его кривейшей пушкой. Ненавижу кривые пушки. Думаю, ну ладно, там немного свободки есть, как раз хватило до 7 уровня. Выкачал за свободку 7 уровень. Пыхтел, страдал, выкачал семерку в топ. Она просто дурацки убогая. Никакой маневренности, может только подсвечивать пассивно. Маленький размер, хорошая маскировка. В принципе, у танка больше нету ничего. Ну да, там какое-то пробитие есть, но пушка же кривая. И плакать, что у ЛТшек британских большое пробитие, особо смысла нет, поскольку с нее фиг попадешь. Что на 7 уровне, и забегая наперед, на 8 уровне тоже никуда не попадешь. Но скрипя зубами, в принципе, на 7 уровне выкакал какой-то там более-менее похожий результат на результат. Но никакого удовольствия я не получил. Только горел, пыхтел... Старался как слон, удовольствие 0 и результат, ну такой, просто обычный. Типа там 60 с чем-то процент побед и средуха там какая-то 1000 что ли, что-то такое. Ну как для ЛТшки пусть будет, фиг с ним. Танк мне не понравился вообще. Он просто не едет и вообще не поворачивает. Тупо какой-то кусочек говнеца британский, который тупо вообще шевелиться не собирается. Да и кривые пушки я просто не люблю. А реализовать пассивного сетляка... Довольно-таки тяжело, когда карты повторяются, а они под пассивный свет вообще даже не задумывались. И вот мы переходим после 7 уровня, от которого все горит, к 8 уровню. А 8 уровень в стоке просто неиграбельный. Он также говняненько ездит в стоке. Пушка вообще никакая, как для 8 уровня, стоковая. И все, танк вообще ничего не может. То есть в стоке восьмерка, она вообще не приспособлена ни для чего. Она не может вообще ничего. Ты просто в бою катаешься и не знаешь, куда себя деть, потому что не можешь ничего. Ты не можешь ни активно посветить, ни пассивно куда-то там доехать, ни обзора, ничего нет. Просто ни черта. Ладно, думаю, ради канала. Задоначу сейчас топ, выведу этот танк. Хорошо, вывел ЛТшку 8 уровня в топ. Не пожалел там 150 рубасиков, фиг с ним. Выкачал эту вонючую помойку. И что вы думаете, в топе? Да, стало чуточку лучше. Ну, стало немного ездить эта телега. Пушка стала пробивать, пробитие на топ пушки действительно большое. УВН хороший, можно от башенки на средней и ближней дистанции довольно-таки неплохо поиграть. Единственное, что ХП у нас нету и броня вроде бы в башенке там какая-то написана, но она ничего не танкует. Вам голову просто насквозь пробивают и все. И при том, что башенка маленькая, все почему-то всегда попадают и ХП быстро заканчиваются. Если враги дурачки, то в принципе получалось от башни накидывать, пушка очень хорошо опускается. Но в качестве светляка очень редко получалось что-то посветить, потому что танк просто какой-то странный. На нем в принципе ездить страшно. Что на 7 уровне, что на 8, они переворачиваются от любого камешка, от любого заборчика. Причем тебе достаточно просто дотронуться и все. Оно какое-то неустойчивое, сразу падает на бочину и лежит. При том, что у него высота танка больше, чем ширина. И получается так, когда он падает на бочину, его хрен поднимешь. Сколько раз меня союзники пытались поднять на этих британских ЛТ, когда я переворачивался. А переворачивался я часто, потому что они просто конченые. Они не могли меня перевернуть. Мало того, что я умирал, так еще и союзники умирали, пока пытались меня перевернуть. Потому что не могли этого сделать, даже буцая меня по всей карте весь бой. Управление просто отвратительное. Физика для этих ЛТ тоже отвратительная. Играть на них неприятно. Так еще и у 8 уровня пушка поднимается вверх только спереди и на катки передние. Даже на бочину пушка уже не поднимается. Если вы думаете, что это не проблема, то вы глубоко ошибаетесь. Когда пушка просто торчит прямо и при малейшем холмике... Она не поднимается, вы тупо не сможете стрелять почти никогда. То есть пушка не поднимается на бочину и на жопу, но спереди поднимается.
и опускается. Опускается, кстати, везде. Танк просто противный и неудобный. И тупо слабый. У него есть пробитие, и у него есть маленький размер с маскировкой. В принципе, больше ничего нету. Играть на этом неприятно и отвратительно. Я продал этот танк и качать не хочу, поскольку это невозможно. Никакого результата на нем набить практически нереально, поскольку горит жопа просто жесть. Может, на нем какой-то там результат можно выкакать, но это очень сложно и очень горит, и очень проблематично, и непонятно, зачем это делать, поскольку девятка, ну, тоже не внушает доверия, а десятка, скорее всего, просто, ну, обычная ЛТшка, у которой просто вместо скорострельности альфа большая. И все. И ради этого так мучаться, на восьмом уровне много опыта надо, чтобы выкачать девятку. Я старался как мог для вас выкачать это, но я просто единственное, что могу сделать, просто рекомендовать вам даже не начинать качать британские ЛТ, потому что это бред. Их нужно тупо переделать, они неприятные, неудобные и отвратительные. В последнее время картоха ветки, которую вводит, она там через патч, через два их исправляет. Может, если исправят британские ЛТ и что-то из них сделают, похожее на танки, тогда я попробую еще раз, если нет, то нахер эту ветку просто в жопу. Все, с вами был Варчик, играть красиво, пока.